В Исландии началось извержение вулкана Бардарбунга, объявлен наивысший красный уровень опасности. Об этом сообщает Исландское министерство чрезвычайных ситуаций. В нескольких десятках километров от впадины на плато Хулухрёйн произошел 300-метровый разлом. Из него потоки магмы выходят на поверхность. Это произошло за пределами ледника Ватнайскуль, под которым находится Бардарбунга. Поэтому таяние льдов в больших объемах не зафиксировано. Как сообщается, пока эксперты также не зафиксировали выброса вулканического пепла, который представляет большую опасность для самолетных двигателей.